Кубке Бургаса бендерчане Олег Савченко и Даниил Цуркан завоевали бронзу. 8 воспитанников Бендерской школы гимнастики успешно выступили на международном турнире в Болгарии. Сальто, пируэты, винты и другие профессиональные элементы – это обычный тренировочный процесс. Акробаты Олег Савченко и Данила Цуркан завоевали бронзу в финале турнира в Болгарии. В нем участвовали более 580 спортсменов из 17 стран мира – Армения, Азербайджан, Австралия, Бельгия, Болгария, Израиль, США и других. Для наших мальчишек это уже не первая большая победа. Накануне взяли золото на чемпионате Приднестровья. Страна очень понравилась. Соревнования были, наверное, самые такие высокие для нас. Там уровень просто очень масштабный был. Мы на таком еще не были. Соперники были из Болгарии, Молдовы, Украины, Израиля и США. Вот получилось обогнать только Украину, Молдову и Болгарию. США и Израиль чуть уступили. Ну, номер сам по себе сложный. Все композиции, все трения для нас сложные. Ну, точнее, были сложные. Потом, когда ты уже их много раз делаешь, они становятся там легче. У соперников достаточно тяжелая программа была. Впечатление очень хорошее. Страна красивая. Соревнования просто шикарно. Для того, чтобы подготовить двухминутную композицию, нужно как минимум по 4 часа ежедневно отрабатывать элементы. Воспитанники школы говорят в унисон. Побеждать помогают дисциплина и прекрасные педагоги. Они сами ученики легендарного Юрия Табелева. Елена Звягинцева, Елена Врынчану-Софика и Дмитрий Глушко. Выступили все очень хорошо. Есть предпризовые места у мужской пары. Они по итогам первых двух дней вторые и третьи. По финалу они тоже третьи. Вышли в финал и заняли третье место. Старшие девочки выступили хорошо, но в финал пробиться не смогли. Была очень большая конкуренция, 20 соперников из различных стран. 16 место из 20 составов заняли наши спортсменки. Николета Гылко, Амина Аруджиева, Николета Кожакару. Николета Гылко в акробатике 10 лет. Она четырехкратная чемпионка Приднестровья. Соперники были сильные, но не скажу, что мы были хуже них. Нет, это был первый раз. Эмоции, конечно, были большие перед выходом на ковер, конечно, были. Но когда мы начали выступать, уже понимаю, что обратно не вернуть, надо танцевать, отжигать и, может быть, занять место. Болгария классно, там такие эмоции, красиво. Мне очень понравилось. По результатам выступления 4 место из 12 составов женских групп заняли Камила Красная, Амалия Руджиева, Амелия Кукович. Это женская группа уже двукратной чемпионки Молдавии и Приднестровья. Мои впечатления о поездке довольно-таки хорошие. Первый раз в Болгарии. И как было пробование, как обычно, никто не боялся, все спокойно. Просто представляли свою местность и... Было хорошо, даже очень было удобно. Там как местность большая, типа все просторно, прям было шикарно. Красивый вид спорта, довольно-таки сложный в это время. И большие, травмоопасные, большие выезды. В это время приятно нам то, что получаем медали, кубки, грамоты, там на память все остается. Ну и при этом хороший, здоровый образ жизни. Эти соревнования – это новый опыт для нашей тройки. Это незабываемые эмоции. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Мы в первый раз выехали. Мы были готовы, но соперники были лучше нас все-таки. Сейчас юные таланты готовятся ко Дню защиты детей и к следующему международному чемпионату, который пройдет уже этой осенью.